В Ледовом дворце в Володарском районе Брянска прошло ледовое шоу. На арену вышли участники клуба любителей фигурного катания «Мороз», работающего при хоккейном клубе «Брянск» и театра моды «Твой стиль» при детской школе искусств номер 8. Девочки из театра моды на коньках выступают впервые, репетировали месяц. И композиции из одежды подбирали специально под шоу. Так совпало, что было много морской тематики и у модников, и у фигуристов. Девчонки-модницы, конечно, мерзли, но катались с удовольствием. Потом родители в раздевалках отпаивали их горячим чаем. Участники шоу решили, что этот эксперимент будет не последним. Кстати, костюмы участники театра моды шьют своими руками и руками родителей из подручных материалов. Здесь и бумага, и проволока. Фигуристы из клуба «Мороз» не отстают от партнеров по шоу. Все танцы придумывают тоже сами. Они и режиссеры, и артисты, и фигуристы. Возможность научиться азам фигурного катания появится практически у всех детей. Уже несколько дней идет предварительная запись детей в школу фигурного катания. В Брянск пригласили несколько тренеров. И в начале июня они должны прибыть в наш город.